Всем большой привет! Сегодня готовлю универсальное дрожжевое тесто, которое подходит абсолютно для любой выпечки. А самое главное, что это очень простой рецепт. В глубокую емкость вливаем молоко. Молоко должно быть теплое. И всыпаем дрожжи. Дрожжи у меня сухие и быстро действующие. Сюда же добавляем сахар и перемешиваем. После чего вливаем 4 столовые ложки растительного масла. Небольшими порциями просеиваем муку и замешиваем тесто. Переходим на замес руками. Тесто будет липнуть к рукам. Добавляю еще немного растительного масла. После чего смачиваем руки растительным маслом и перекладываем тесто в пакет. Пакет завязываем, оставляем в пакете воздух и отправляем в холодильник на пару часов. Достаем тесто из холодильника, поднимается оно вдвое. Теперь мы его обминаем и можно приступать к приготовлению. Из него можно делать абсолютно любую выпечку. Хлеб, пиццы, любые пирожки, булочки, сладкие, несладкие. Единственное, что если будете делать сладкие булочки, то можно добавить чуть больше сахара. Ну что, вот такой у меня сегодня был рецепт. Пробуйте, готовьте, а я буду желать вам приятного аппетита. Спасибо, что вы со мной. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Подписывайтесь на мой второй канал «Быстрая кухня», где я готовлю простые быстрые рецепты. Ссылку оставлю в описании под этим видео. Ну и всем пока-пока!